Добрый день, мои прекрасные! Вы на канале Лены Акинфеевой про моду, стиль и шопинг. В преддверии самого волшебного праздника Нового года, к которому все готовятся с особой тщательностью, я хочу поговорить с вами о том, что же надеть на главный вечер года. Начнем с того, что покровительницей и хозяйкой 2020 года станет крыса или мышь. Животное, которое в китайском гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой ситуации извлечь пользу. В чем встречать Новый год 2020? Это самый главный вопрос, который витает в голове большинства девушек. Не откладывайте долгий ящик, а я помогу вам определиться, в чем встречать этот новый 2020 год, чтобы стать самой желанной, самой красивой. Мой выбор – это платья. Платья всегда имели успех, поскольку они олицетворяют женственность и сексуальность. Цвета, которые принесут вам удачу в этом в следующем новом году, это белый, серебристый, это светлые оттенки синего, зеленого и пастельные оттенки. Топ-5 новогодних образов от Елены Акинфеевой. Так что не отключайтесь, оставайтесь на моем канале. Специально для тех, кто ищет необычное кружевное платье, я выбрала чудесные новинки и трендовые модели смелых полупрозрачных платьев от бренда Циммерман с кружевом, которые так пленительны и чувственны на женском изящном силуэте, какой бы длины или фасона они ни были. Видите, такие два платья. Искусное тонкое кружево, контрастный черный бант на шее, пышные рукава и мелкий бархатистый горошек – то, что делает эти платья, мне кажется, просто неотразимыми. Они самодостаточные, так что для завершения вашего образа выбирайте красивую обувь на шпильке либо в тон, либо в темных тонах, можно в цвет банта подобрать обувь. И лаконичную маленькую сумочку-клатч. В нашем случае я предлагаю туфли от Yves Saint Laurent, черные сюда, и такую сумку лаконичную от Celine, которая подойдет и к платью, и к банту. Мне кажется, образ будет очень красивым и завершенным. Цвет будущего года – это синий. Поэтому для вас у меня заготовлено роскошное платье от французского бренда Ria Costa. Его практически не нужно дополнять, ведь синий цвет одежды, он великолепен, и дополнительные элементы только подчеркнут безукоризненность глубокого и нетривиального оттенка. Благодаря глубине, таинственности и роскоши синих оттенков вы будете на новогодней вечеринке просто неотразимы. А металлический блеск – это одна из ключевых модных тенденций будущей весны. Не забудьте об этом. Поэтому ваше сверкающее платье после праздников, оно не потеряет своей актуальности. А какой манящий вырез. Вы просто полюбуйтесь, какое оно прекрасное. Синий цвет от яркого электрика до цвета ночного неба подходит почти всем, и брюнеткам, и блондинкам. Но если вам понравился силуэт, а синий цвет не для вас, то попробуйте насыщенный травяной зеленый. Платье на запах идеально сядет на любую фигуру. И объемные плечи – это последний хит в гардеробе всех модниц. Именно эта деталь, объемные плечи, сделает ваш образ актуальным на любой вечеринке. К такому платью, я имею в виду вот этому зеленому, можно выбрать лодочки нейтрального оттенка, чтобы создать бесконечно длинные ноги.
В нашем случае я могу предложить вам лодочки от Стюарт Вайтсман. Сочетание будет просто the best. Настроение праздника помогут создать вам блестящие платья из струящейся ткани. Предлагаю вам новую модель от бренда Елена Акинфеева. Безупречный цвет серебра создаст настроение и принесет удачу в новом году. А фасон с открытым плечом заинтересует всех окружающих. И в дальнейшем вы сможете его носить со свитером, оверсайз и грубыми ботинками. Кстати, берем это все на заметку. В платье из блестящей ткани вы будете королевой бала. И, как всегда, я хочу сказать, что все ссылки на продемонстрированные мной модели находятся внизу под моим видео. Вечернее платье в пол способно преобразить любую представительницу прекрасного пола благодаря глубине и таинственности своего черного цвета. Кружевные платья не являются преимуществом только для худеньких и стройных девушек. Надеть платье с кружевом могут позволить себе и девушки с роскошными формами. Главное – правильно выбрать модель, подходящую по фигуре и плотности кружевного рисунка. Выбирайте это платье бренда Циммерман с пленительным, я бы сказала, таким вырезом и полупрозрачными рукавами. Черное платье – это классика на века. Выбирая этот цвет, черный, вы точно не прогадаете. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной. Надеюсь, что этот выпуск был для вас очень полезен. Пишите мне свои комментарии. Напишите, пожалуйста, какое платье вам понравилось больше всего. Будьте модными и стильными вместе с Еленой Акинфеевой. Не забывайте подписываться на мои обновления. Ставьте обязательно лайки. Как всегда, целую и обнимаю вас, сказочного настроения и приятной подготовки к праздникам. До новых встреч!